В этом видео вы сможете проверить свою память. Сейчас вы пройдете быстрый тест. И в комментариях не забудьте написать свои результаты теста. А после я вам расскажу, как можно улучшить свою память. Сейчас в течение 5 секунд вы увидите 5 фото. Постарайтесь запомнить как можно больше деталей с каждого фото. А после вы ответите на 5 вопросов. Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, а то пропустите интересные ролики. Смотрим внимательно. Поехали! Первый вопрос. Какое скоростное ограничение было указано на знаке? Правильный ответ – 50. Вопрос второй. Каким цветом горел светофор? Правильный ответ – зеленым. Вопрос третий. Какая улица была на указателе? Правильный ответ – улица Горького. Вопрос четвертый. Какого цвета были подушки на диване? Правильный ответ – желтые. Вопрос пятый. Сколько времени было на часах? Правильный ответ – 12:00. Обязательно напишите в комментариях, сколько из 5 фото вы смогли запомнить. Ну и как и обещал, несколько способов улучшить свою память. Двигайтесь. Больше танцуйте, двигайтесь, занимайтесь спортом. Это значительно улучшает кровообращение, в том числе и в головном мозге. Активирует психические процессы, обеспечивающие восприятие, воспроизведение и переработку информации. Правильно питайтесь. Морепродукты, рыба, яйца, злаки, растительное масло и овощи улучшают память. Порой и всего лишь кусочек шоколада может подстегнуть немного уставший мозг. Повторяйте. Повторение – мать учения. Но не стоит повторять полученную информацию по 5 раз подряд. Делайте это по одному разу в день на протяжении 5 дней. И лучше всего делать это на ночь. Напрягайте свою память. Если вы что-то забыли, значение слова, цифры из отчета, имя певицы, телефон друга, прежде чем сразу лезть в словарь, пользоваться интернетом или телефонной книгой, попытайтесь хотя бы в течение нескольких минут самостоятельно вспомнить забытое. Стимулируйте память запахами. Когда вы готовитесь к выступлению на работе или к экзамену в университете, окружайте себя запахами, которые стимулируют процессы запоминания. Зажгите аромалампу с эфирными маслами, лимонными, мятными или розмариновым. Буду надеяться, что после сегодняшней тренировки памяти вы не забудете поставить лайк. Всем удачи, с вами был Смартик, пока-пока!